Четвертый мост в Новосибирске может быть построен с использованием средств федерального бюджета. Об этом сегодня рассказал Владимир Городецкий на встрече с журналистами. По словам губернатора, во время поездки в Москву он провел встречу с руководителем Росавтодора. И в этом ведомстве новосибирский проект оценили как один из наиболее перспективных. В марте будет объявлен конкурс среди российских регионов, и 4 победителя получат деньги на строительство транспортных объектов. Эти средства будут собраны с помощью системы «Платон», которая рассчитывает плату за проезд большегрузов по федеральным дорогам. Федеральный грант – это 2/3 проектной стоимости моста. По проектам финансовой модели предусматривается 30% за счет инвестора, то есть финансово-механический инструмент, ну, институт, банк, кто выиграет или там кто-то другой, вот, и 70% за счет государственного гранта. А 30% – это возвратно за счет платности этих услуг.